Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас находимся на чердаке маленького дачного дома, недалеко от Москвы. И скоро его хозяйка этого чердака и этих работ придет сюда, и я освобожу для нее это место. Мы поговорим с ней. Она – это Франческа Ярбусова, художник всех фильмов Юрия Борисовича Нарштейна. О нем вы наслышаны уже очень много, а мы хотели вас познакомить с ней, с очень скромной, замечательной женщиной и потрясающим художником. Про Франечку. С ней в лес заходишь, а она там в лесу, как в энциклопедии, его листает совершенно спокойно и прочитывает все. Меня поразило, как она рисовала лес. Она так брала кисточку и с края до края, и все ягодки, все цветочки, все прям с края до края. Я не был этому обучен, и я смотрел на это, конечно, полон восторга и восхищения. Я думаю, вообще на студии вряд ли на Союзмультфильме был такой другой художник, кто так хорошо знал вот всю эту поэзию пространства природного. Она мне рассказала, как она там сажала морковку или что там она еще сажала. Была уже такая разбушевавшаяся весна. И вот она, говорит, замяукал кот. Думаю, опять пришел. Посмотрел вокруг никого. Тишина. Потом пролаяла собака, но почему-то над головой. Я, говорит, вообще удивился. Потом закукарекал петух. Причем над головой. Но тут, говорит, я поняла, что просто такого быть не может. Подняла голову. Сидит ворона и поет петухом. И Франческа говорит, ах ты, говорит, негодяйка. Там поняла, что обнаружена была. Каркнула, то есть сказала ей что-то такое на своем матерном языке, дура, мол, и улетела. Ну, вот такие истории с Франей. Это только с ней случается. Я всю жизнь мечтала о чем-то маленьком, так вот, о маленькой такой крыше, чтобы, ну, чтобы можно было дышать нормально, вот чтобы в окно дерево торчало, а не этот марсианский пейзаж, как у нас там в Москве, фабрика детской игрушки. «Лиса и заяц» – это первый совместный фильм Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой. Совершенно простая сказка, с которой, как ни странно, хватало проблем. А как они «Лису и зайца» не принимали? То есть они говорили, что у зайчика еврейские глаза грустные. Ну и со всеми последующими персонажами было то же самое. У них примерно такие же глаза. Вот так вот становятся с еврейскими глазами национальными русскими героями. А вместе с национальными русскими героями Франческой Ярбусовой и Юрием Нарштейном мы учились вместе в художественной школе. Мы были на классы или на два младше, и в наш класс заходила директриса, такая Наталья Викторовна. Эдик, помните? Она в таком пуховом платке таком вот заходила к нам и говорила, этот Рыжик опять порвал свою работу, говорила она. И мы на перемене бегали посмотреть, стоило рвать или нет, в эту мусорную корзину заглядывали. Ну вот говорят, по гороскопу у нас только производственные рабочие отношения должны быть. Ну, так они и пошли. Я еще в институте училась. Мы 2 года ходили, держались за руки. Я говорила, мы не можем, пока я не защищу диплом. Вот. Здравствуй, волчица. Это были очень такие... О чем горюешь? Несовременные отношения. И как же дело кончилось? И поженились, и сразу один за другим дети народились. И вот, вот ребенок сидит, от младшей мой, Лиса и Зайца. Это уже кадры из знаменитого фильма
Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой «Сказка сказок», которому нынче исполнилось уже 20 с лишним лет. Этот фильм признан лучшим фильмом всех времен и народов. Весь как бы изобразительный вал по фильму, все, вот все, что сделано, она сделала она одна. Декораторов у нас не было никогда. И я думаю, что ни один декоратор бы не смог бы сделать то, что сделала она, поскольку вот то, что она делала по-настоящему, это начинало вибрировать, то есть это начинало излучать энергию. Я это чувствовал просто. Это всегда видно, сухая поверхность или это поверхность глубинная, которая начинает жить и работать, и она вся пульсирует. Я не знаю, смог ли я работать с другим художником, но я абсолютно убежден, что Франческа ни с каким другим режиссером работать не смогла. Она личность, я личность. Но в кино, чтобы по-настоящему делать кино, там нужно умереть. Художник должен умереть в фильме. Вот в чем парадокс. Я говорю, Франческа, если ты не сможешь здесь умереть, то кино не будет. Настолько режиссер, что тут, в общем, его воля, и я его кисточка. Так что, конечно, он использовал меня. Он там в одном случае я была щетинной кисточкой, в другом случае, может быть, для акварели там. Вот, но он знал, когда какую кисть брать и использовать. Мы сюда приехали, когда Катьке было 4 года, а Борьке 6. Вот в это место. И здесь вот цаплю журавля мы снимали, повесили поперек этого помещения занавеску. Вот, и жили, значит, в этой комнате я, Юра, двое детей и мама. И я, значит, каждое утро на раскладушке раскладывала планшеты, брала маленькие такие деревенские скамейки. Вот, и сидела, работала так на корточках. И с тех пор раскладушка – это мое любимое вообще место для работы. Мне эта вещь нравится, и вот это вообще мой любимый фильм. Во-первых, он очень легко мне дался. Потом я сидела, работала здесь все-таки, в этой местности. Все, что рядом росло, то и там переходило плавно. Но Юра все время рассказывает про зонтик, который он как-то передал. У них же был конфликт с моей мамой. Вот. И когда мама была здесь, то Юры, естественно, не было, и наоборот. И вот как-то мама, зная, что приедет Юра, шла под дождем, забыв зонтик. А Юра шел ей навстречу с зонтиком и отдал ей зонтик молча. Этот конфликт как раз и отразился в «Цапле и журавле». А как вообще пришла мысль сделать этот фильм? Вот это я уже плохо помню, как она пришла, эта мысль. И она ведь пришла не мне. Со слов ее мамы, Франческа сначала начала рисовать, а уж потом ходить. Ее первыми игрушками были карандаш и бумага. Это было во время войны. В войну родились. Родители все на себе пережили. След еще такой идет, вот их переживаний. Я помню, как папа приходил из армии на побывку. И утром я маме говорила, давай привяжем его за ногу, чтобы он обратно не уходил. Я родилась в Алма-Ате. Война была под самой Москвой. И маме удалось выехать из Москвы. Она приехала где-то буквально через несколько дней, я родилась. И мне уже исполнилось полгода в поезде, когда мы ехали обратно в Москву. Этот дом
который снесли. Мы туда ездили в гости. Там жила Юрина мама. То есть я это все видела, трогала. Это огромный длинный коридор с одним туалетом и с одним умывальником. И много-много, если раньше были эти керосинки, столы с керосинками, то потом сделали, значит, газовые плиты поставили у каждой двери. Вот это вместо кухни. Это вот этот дом с таким специфическим запахом. То есть, ну, мне уже это явление, как дом, досталось уже такое, как умирающее животное, такое все. Хотя, когда Юрка там был маленький, очевидно, там все было чище, как-то по-другому. Это Марина Роща. У меня тоже ведь дом был. Я жила на Беговой. Мы жили не одни вот в этой квартире, там еще была семья. Тоже огурцы в бочке. Когда я все это рисовала, делала, все эти керосинки тоже, вот кухня такая. Это гибрид был Юркиного дома, вот этой вот Мариной Рощи. И того дома, вот куда меня привозили. Это лично и мое, и Юрина, и, в общем, оно совпало. Франческа написала по этому поводу. Я понимаю, как Юре все это дорого. Мне надо нарисовать этот дом, а я не могу. Не могу, пока другой дом, похожий на этот, не всплывет в моей собственной памяти. Или, например, сцена, где волчок бежит по лесу с ребенком. Это состояние, какое бывает поздней холодной осенью, составлялось из штрихов, клочков травы, кустиков с оставшимися редкими листьями. Все это складывалось в большую груду, и получалась декорация. Сцена делалась в афортной технике. По целлулоиду втиралась краска, и приходилось километры целлулоида процарапывать. У меня потом пальцы дрожали. Говорят, как тебе хорошо, вот ты счастливый человек, старик, у тебя художник, вот, и как бы вот всегда рядом, вы всегда можете обменяться. И все. Это каторга на самом деле, это катастрофа. Вы спросите у Франчески, что бывает. Вы просто не видели меня, если бы там стояла скрытая камера, до каких взрывов я дохожу. Это просто невероятно, я не знаю, как она вообще выдерживает. Это только с ее характером. Хотя я понимаю, что все, что я... Все эти мои взрывы, они идут в нее и прямо в, как бы в сердцевину, внутрь, потому что она человек безответный. Правда, она однажды пару раз мне мазанула, что вполне справедливо, и я после этого расхохотался, и мы продолжали работать. Все было. Физически. Да, физически, да, да. Я не вступаю в такой вот конфликт, так вот, конечно, не хватаюсь, может быть, за топор, хотя иногда руки чешутся. Вот как Франческа рассказывает о том, как создавалась шинель. Шинель после сказки сказок не мое. Она бралась наглости и сказала Юре «да». Правда, это было давно. Работа не шла. Юра объяснял мне, что надо, и зарисовал тонны бумаги. А я загипнотизирована всем этим. В столбнике. Мне надо было выйти из этого состояния. Сначала нарисовала несколько маленьких голов Акакия Акакиевича, тщательно, как миниатюра. Потом одну голову, наиболее приемлемую с точки зрения Юры, сфотографировали. Фотографию увеличили до размера, удобного для съемки. По ней я снова сделала портрет Акакия Акакиевича. Потом на отдельных кусочках тонкого целлулоида сделала отдельные части лица. Эти части были раздроблены на еще более мелкие. Отдельно блики, морщинки, веки.
некоторые не больше мушиного глаза. Все это собиралось на единой плашке из толстого целлулоида. Таких голов несколько. Помимо разных ракурсов, Акакий Акакиевич должен измениться в течение своей жизни в фильме. Это надо видеть. Еще надо видеть, как Юра все это снимает, как под камерой пинцетом передвигает, перекладывает эти отдельные полупрозрачные лепестки. История шинели – очень длинная история. Франческа уехала в деревню к себе под маленькую крышу. Юра вспылил, что его кисточка не под руками. Действительно, надо было делать кино, и я его понимала, с одной стороны. А с другой стороны, я понимала хорошо себя. Дело в том, что даже когда я в грядку утыкаюсь вообще там и выковыриваю какую-то сныть, вот, мне становится легче дышать. Я специально ведь тот сарай делаю с высокой крышей, между прочим. Вы заметили? Я это уже углядел. Да? Я специально из расчета, что можно ставить станок. А станок вы померили? Там как раз пройдет. Ну вот, Франческо мечтает снимать кино здесь. И вот что еще написала Франческа. «Ежик в тумане» возник, когда Юра уже задумывал сказку сказок. Он решил между делом снять маленькую сказочку. А получилась такая суровая работа. Многие вещи неизвестно было, как делать. Сплошной эксперимент. Снимали настоящую воду, помещали ее в мои рисованные листья, а воду обрабатывали штрихом, чтобы добиться единой фактуры. Я считаю, что фильм, он, в общем-то, мне не... Он, знаете, он уходит. Уходит от меня людям вот как-то все. А когда делаешь вот непосредственно рисунок, как бы это и твое, и людям можно показать. Но у меня вот это вот все ушло очень много. Потому что это же жуткая работа, когда не просто художник-постановщик, когда у тебя много там ассистентов, там, прорисовщиков, декораторов. А когда все делаешь, вот все производство делаешь сама, там отдельные лепешечки, какие-то пытинки, все, потом составилась декорация. Но ты на это потратила время, да, вот как художник. И все это уже вот это мусор. И вот еще текст Франчески. Мне трудно передать словом то, что я рисую. Юре видится, здесь должен быть туман или пурга. И я пытаюсь сделать так, чтобы как можно точнее совпало мое представление с Юриным. Он как нитку из ткани с трудом вытягивает из меня нужные ему элементы образов и декораций. Я даже иногда левой рукой рисую. То есть, чтобы это были, это было чувство. Вот, как бы все от сердца шло по левой руке. Чтобы мастерства не было видно. Потому что мастерство, оно забивает, и человек смотрит кино и видит, как здорово нарисовано. По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика. Thank you.
Да, конечно, по киношным меркам Юрий и Франческо сделали не так уж много фильмов. Но каждый фильм – это уже мировая классика. Фильм, который можно смотреть бесконечно. Уже настолько хочется уползти, как улитки, вот туда, в себя, и что-то там, потому что там тоже уже накопилось, что-то хочется сделать. Вот, ну, не успею, значит, такая судьба, в общем, чего же что-то. А дома лесодорожка цапля? Здесь она. Чего надо? Она рожает и готовит обед. Это все очень хорошо. И не дай бог этих идиотских феминистских идей. Она должна, в этом ее личность во многом, но это не значит, что она раб всего этого, всех этих обстоятельств. Разные бывают женщины, и рожают, и готовят обед, и делают открытие, все это так. Но на самом деле очень трудно для женщины дается эта работа. И то, что у нас с Франей было, работалось, это, конечно, с какими-то совершенно невероятными сверхусилиями на самом деле. Но вполне вероятно, что с другим художником я бы не смог сделать то, что в результате сделалось. Надеяться можно только на чудо. А чудо – это сказка. Она парит над нами с самого детства. Существует рядом с нашим прошлым и будущим, как лекарство от безысходности. Это слова Франчески. Франческо, скажите, вот вы создали с Юрой поразительный мир. А помните ли вы, кто из вас конкретно в нем что сделал? Дело в том, что когда работаешь и живешь вместе, очень трудно уже, конечно, в основном все Юра, но какие-то вещи, может быть, и мною придуманы, я не знаю. Может быть, даже не придуманы, а просто спонтанно что-то сказано, потом это у Юры оформилось. Неизвестно, кто придумал, а используют все. Я так плохо знаю мультипликацию, и так, наверное, неправильно, но... Мало ею интересуюсь, что я даже не знаю, что использует, кто использует. Я и ради знаю. Бога, если это кстати и хорошо, то пусть да. Используют. Это правильно. Ну что ж, настала пора прощаться. Надеюсь, это ненадолго. Мы оставляем Франческу Ярбусову в ее маленьком доме, рисовать ее потрясающие картинки. И, надеюсь, в следующий раз... Встретимся с вами очень скоро в мире анимации.